ручья. Вы на канале в гостях у Алисы и Егора. И сегодня у нас челлендж 100 слоев личинок. Мы бросаем этот вызов каналу Милашки и Компашки. Привет, Милашка. Привет, Компашка. Приветствуем вас на канале Милашка и Компашка. И сейчас мы лично будем вот, сейчас мы спакуем вот эту вот. Мы будем молиться натягивать 100 личинок и 50 на каждую. Тут такие 100. Алиса, покажи, какие у тебя красивые хвостики, куда Егор тебе будет делать. Вот такие красивые. Вот такие красивые хвостики у Алисы. И Егор сейчас будет делать 100 слоев резины. Вот у нас тут столько личинок. Ой, каких тут много. Я сейчас буду ей 100 слоев личинок на волосы, правда я сейчас немножко потренировался, но все равно первый раз. 50 слоев на одну косичку, 50 слоев на другую косичку, Алиса, да? А Алиса, а ты что пока будешь делать, пока Егор тебе делает? Куколкам. А Алиса будет куколкам делать, да? Слои резинок. Украшать будет Алиса, прически будет делать своим куколкам, да? Сейчас я начну. Так, ну что там получается, Егор, у тебя? Как там дела? Как там дела у Милашки и Компашки идут? Нужно взять вот такую трубу от пылесоса. На трубу одеваем резинки. Потом Милочка повернется. Включим пылесос. Волос засосет. И попочка только снимет. Мы сейчас покажем. Давай помогать одевать. Я держу, а ты одевай. 20-50. Поехали. Алиса, пока лучше. Ой, она что, сосаться сумела? Или она хотела в меня? Алиса, наверное, 50 личинок на два хвоста. О, какая косичка у Алисы. Хвостик какой красивый получается, да, Алиса? А зеркало. Зеркало? Ну, сейчас Егор тебе сделает, и пойдем посмотрим в зеркало. Или на камеру сейчас папа пойдешь посмотришь. Сейчас как папа идет во двор гулять, и такая, о, посмотри, девчонки, у меня такая супер прическа, это мне брат делал, сама персона. Я как страшная большая мышь. Страшная большая мышь? А как страшная большая мышь выглядит? Ну она вот как у котика Бубу, так вот. Да, у котика Бубу. Ну она смеш... Вот она смеется другим голосом вообще. Каким голосом? Вот так вот. А? Вот так. Ой, какая красивая у Алисы. Какой красивый хвостик у Алисы получается, да? Угу. Потом Алиса пойдет в зеркало на себя посмотрит. И скажет, какой же у меня... О, сидю! Ой, какая у меня палочка торчит с головы. Такая антенка, чтобы улавливать сигнал радио. Как там дела? Как там дела у Милашки и Компашки идут? Они еще не получили. Давай, Милочка, поворачивайся к нам.
Опа! Так, Милочка, мне неудобно немножко. Не сидишь так. Так, ну что, приступим? Я уже мастер стал. Второй хвостик быстрее у тебя должен будет. Я уже еще на 30-40. Да, натянул, и у меня уже значительно лучше. Смотрите. Ой, это уже обслечка. Сейчас мы будем так сделать. Хвост красивый. Такой великий, узнаваемый всеми. Так, ой, прически, ой, еще умеем было, да? Еще не такой у нее не было. Первый раз. Какая интересная там прическа у милашки получается. Надеюсь, что красивая, как у нас. Выключай. Потом сравним наши прически. У Алисы 100 слоев резинок и у Милашки 100 слоев резинок. И посмотрим, как получилось, да? А что ты, Алиса, смеешься? Она смеется. Еще у нас есть на нашем канале челленджи такие экстремальные, как, например, русская рулетка. Да. Поэтому, друзья, заходите к нам на канал и смотрите наш челлендж «Русская рулетка с яйцами». Первую косичку и будет делать другую косичку. Какая мне коса. Большой. Сейчас будет 50-е. На вот это вот. Егор пока победил другую косичку. Да, я победил пока другую косичку. Тут 100-е. Да, точнее не 100-е еще пока. Ура, все. Одна косичка сделала. Ну, такая у меня попалась косичка. Это вот 50 слоев резинок. Сейчас будет еще следующая 50-ка. Только главное, чтобы я сейчас все опять не разучился. А то сейчас взял 50. Сейчас посмотрим. Дорогие, я не разучился. А Алиса что делает? Ой, а где косичка? У Милашки и компашки, наверное, все быстрее довольно получается. Натаскиваем их. Так, у нас получится, если долго мучиться, да? Включай. Выключай. Красивей! И никому не интересно, как у милашки и компашки. И напишите в комментариях, у кого веселее и интереснее. Ну или у кого хотя бы. Ну, прическа лучше чтобы получилась. Хотя бы вот. Учитанка. Интересно, а моя милашка и компашка. Да, дотягивает еще в первый раз или нет? Я вот в первый. Егор
чтобы здесь на вторую косичку дело быстрее пошло. Другое получается. Да, у Алисы такая прикольная прическа получается, да? И да, и Алиса сделала своим игрушкам тоже замечательные прически. А еще какие челленджи мы снимали недавно? Мы снимали еще челлендж, а это... Шоколила. Нет, Алиса, мы снимали... Недавно. Не моими ногами, да, снимали? Да, мы снимали не моими ногами, еще мы снимали лобный шар над головой, и лобный желтый арбуз. Так что заходите тоже, друзья, на наш канал и смотрите другие наши интересные и очень экстремальные челленджи. Самый экстрим. Что такое за дракула, Алиса? Серединки у меня. Итак, процесс движется к завершению. Да! Да! Ура, победа сейчас у нас будет. Да, как там у Милашка и Компашка? Справились уже, наверное, побыстрее, чем мы. Ну что, все? Последний давай, папа, сейчас как ты учила меня, восьмерка. Сейчас одну восьмерку, потом еще одну надо. Было нелегкое это дело косички заплетать. Так, давай. Я победила вот здесь. Ты ничего не делала. Я победила. Да? Да, вот здесь для куколок. И все, что нет этого завершающего момента. Последняя резиночка. Вот последняя. Это конец. Последняя резиночка. Последний сотый слой Алисы. Да. И та-дам. Та-да-да-да-да-дам. Ну-ка показываем, что получилось. Вот такие вот две супер палки. Вот такие две супер косички получились. 100 слоев резинок сделал Егор у Алисы. Ну-ка показывай. По длине у нас одинаковые. Вот как-то так у нас получилось вот этот веселый челлендж такой. Я думаю, у нас он получился. Вот такие 100 слоев резинок. Ну что, друзья, понравился вам наш челлендж? И наша Алиса, как Егор Алисе сделал 100 слоев резинок. Егор у нас теперь специалист по заплетанию детских косичек. Супер. Алиса, покажи, какие у тебя косички красивые получились с резиночками. Так, беру волос. Вот такой, друзья, замечательный челлендж. Который мы бросили милашки и компашки. Кому понравились наши челленджи, оставляйте свои комментарии. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал «Гостях улицы Егора», «Милашки». И на канал «Милашка и компашка». Всем пока-пока. Пока-пока.